Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. В минувший уикенд волейболисты «Зенит Казань» провели стартовый поединок чемпионата России. Коллектив Владимира Алекно пожаловал в гости к новичку Суперлиги волейбольному клубу «Тюмень». Продемонстрировав отличную игру на блоке, а также здорово подавая, зенитовцы не испытали проблем, победив со счетом 3-0. Команда вернулась в Казань в хорошем настроении и в полной боевой готовности к предстоящим поединкам. В тренировке, которая состоялась 28 октября, приняли участие все игроки основного состава, которым присоединился Иван Димаков, совсем недавно в составе сборной России, завоевавший бронзовые медали молодежного чемпионата мира. 30 октября в центре волейбола Санкт-Петербург состоится важнейший поединок. «Зенит Казань» в рамках Лиги чемпионов примет действующего победителя турнира «Новосибирский локомотив». Уважаемые болельщики, приходите посмотреть на высококлассный волейбол в исполнении олимпийских чемпионов и чемпионов Европы, а также воочию увидеть уникальное предматчевое шоу, которое стартует за час до начала встречи. Болельщики, не так давно, впервые в истории России, мы выиграли Кубок чемпионов Европы. Это важная победа для всей нашей страны. Приходи поддержать команду «Зенит Казань» в Центр волейбола, и ты своими глазами сможешь увидеть Кубок Европы и принять участие в автограф-сессии. 30 октября в 18:00 мы ждем тебя на волейболе. Билеты на матчи казанского «Зенита» доступны на нашем сайте. Выбирайте матч, место и приходите на игры «Зенит Казань».